Как карта ляжет? Я выиграл, потому что я киберспортсмен. За кого сегодня выступаешь? За команду СПП, команда Самарского политеха. В какой дисциплине? Counter-Strike. На какое место вы рассчитываете? Рассчитываем на первое. Для здесь находящихся людей просто игрушки или же уже что-то больше? Игроки, которые принимают в этом участие, относятся к этому очень серьезно. Я думаю, для них это больше, чем игрушки. Как вам вообще атмосфера? Просто колоссальная. Сногсшибательный клуб. Огромное спасибо организаторам, огромное спасибо Политехническому университету за возможность для студентов, для ребят так реализовываться. Три главных фактора победителя в Hearthstone. Самое первое — это удача. Как карта ляжет? Просто нужно не жадничать, это второе скорее. Третье уже, наверное, скилл. Как отмечать будешь свою победу? Как буду отмечать, не знаю, честно, еще не придумал. Я думаю, это по ситуации сориентируюсь. Что делаешь здесь? Сижу за дотой, слежу. У тебя есть какой-нибудь подкат к девушке на киберспортивном? Один на один на СФ-ах. Дотеры поймут. Чего стоила вам эта победа? Усердных тренировок, тщательной подготовки к сопернику, просмотр их тактик. Бытует мнение, что киберспортсмены не увлекаются личной жизнью. Ну, этот термин уже давно устарел, я считаю, потому что киберспорт тоже эволюционирует. Что тебе дал киберспорт? В первую очередь, дал мне людей, дал мне друзей, с которыми я провожу время, с которыми у нас общие интересы. И всегда можно сказать, написать, пошли катку сыграем, и говорят, да, пойдем, и все, и мы играем катку. Как вы отдыхаете вообще от киберспорта? Последнюю неделю точно. Отдых — это был, наверное, только сон и все. Что побудило вас создать вот такое мероприятие? Цель одна — развить и собрать вокруг себя самых лучших и активных ребят по киберспорту. Внутри нашего универа, политеха, так сказать, будут проводиться какие-то киберспортивные мероприятия? Вот я уже сегодня анонсировал, что с нового учебного года, сентября 2021 года, киберспорт будет признан официально включен во внутрифакультетскую спартакиаду. Поэтому я думаю, что минимум 5-6 турниров внутри политеха и меж вузами будут проводиться.